В филиале номер 1 Центральной библиотечной системы Ангарска проходил благотворительный сбор вещей для пострадавших от стихийного бедствия на Аршане. Инициатором акции выступили сразу две общественные организации – «Эко Ангарск» и «Мама Кроссинг». Мы сейчас работаем с предприятиями и фирмами, которые могут снабдить бытовой химией инструментами. Потому что, естественно, обычные жители вряд ли смогут помочь строительным инвентарем и той же бытовой химией. Благотворительная акция будет проходить до конца текущей недели. Сегодня сбор вещей ведется в ресурсном центре притяжения.